Спасибо, дорогая. Морской воздух ему помог? Нет. Он закрылся и все время молчит. Ему сейчас тяжело, Бинну. Ты ведь и сама это понимаешь. Угу. Я боюсь, что он сорвется. Я просто не могу видеть его таким разбитым, Шахрезад. Сердце кровью обливается. Время, надежный доктор Бинну. Потерпи немного, ладно? Ты права. Вы же теперь вместе. Вдвоем вы быстро преодолеете все трудности. Иншалла. Ну, хватит об этом. Как ваши дела? А Нурбей в порядке? Наверное. Я не знаю. За него волноваться не стоит. Что ты такое говоришь, Шахрезад? Что случилось? Кто дал мне имя? Скажи, кто дал мне имя? Бабушка. Бабушка. Ну, конечно. Единственный искренний человек. Почему ты никогда мне этого не рассказывала? Не получилось. Я много раз собиралась с мыслями, но так и не смогла, Кирем. Надеялась, что ты никогда не узнаешь. Или узнаешь, но после моей смерти. А Юбей почему молчал? Керем, не надо. Не говори так о своем отце. Он мне никто. Как ты можешь так говорить? По-твоему, отец тот, кто бросил твою беременную мать и сбежал? Или Эйюб, который любил тебя как родного и сделал все, чтобы ты был счастлив и ни в чем не нуждался? Мне говори все, что хочешь, Керем. Все-таки я твоя тетя, родная сестра твоей матери. А вот и Юпа не оскорбляй. Расскажи мне прямо сейчас. Все в подробностях. Скажи, кто мой настоящий отец. Я не знаю. Его имя. Я не знаю. Знаешь, не молчи! Семих. Семих Ашшенер. Он преподавал музыку в лицее, где училась твоя мать. Жил он тогда в Арнаут-Кёе. Это все, что я знаю. Где он сейчас? Не представляю. Керем, я не знаю, клянусь тебе. Где вещи моей матери? Не осталось никаких вещей. Я хочу видеть все. Фотографии, письма какие-нибудь, все, что с ней связано. Сейчас же. Поторопись.